В данный момент нахожусь на мастер-классе Олега Зотова. Студия прекрасная, огромная, просто куча оборудования, куча света. Модели пришли очень красивые. Я в полном восторге. Спасибо вам большое. Просто шикарно. Очень все понравилось, как бы мастер-класс, билет на мастер-класс мне подарил муж, и это просто волшебный подарок. А правильно мужского нужно учиться у лучших, как бы, и я много для себя вынесла интересного, на самом деле. Я научилась многому за несколько часов. Я поняла такие вещи, которые я не могла понять, изучая литературу всевозможную, просматривая видеоролики различных фотографов, но то, что я поняла за этот мастер-класс, я знаю одно, теперь поможет мне в моей творческой работе в дальнейшей. Я многие вещи поняла на таком уровне, на котором без мастер-класса этого просто не понять. Просто Олег Зотов – это очень серьезный, крутой фотограф, который в такой очень простой, в доступной форме объясняет самые элементарные, самые сложные вещи так, что они становятся просто доступными, простыми и понятными. Я очень счастлива, что сюда попала. Очень много эмоций, очень сложно это все передать. Очень понравилась атмосфера, очень теплая. Чувствуется вот доброта, в первую очередь, Олега. Он хочет все передать, показать. Очень как-то по-дружественному, вот, хорошо усваивается, непринужденно. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, как вам мастер-класс? Шикарно, очень классно, насыщенно. Много нового в плане света, модели классные, отлично, просто супер. Я приехала из Петербурга специально для этого, вот, и Олег, как я и думала, оказался чудесным человеком, очень отзывчивым, очень добродушным, очень доброжелательным. Он отвечает абсолютно на все вопросы, совершенно искренне и очень подробно, объясняет, делится знаниями, очень открыт к общению. Очень приятно у него учиться, как приятно было по видеоурокам, и, безусловно, гораздо более приятно учиться так вот вживую. Мастер-класс пошел бодро, узнал многое нового, хотя не первый раз снимаю. Понравилось, что классные профессиональные модели, ну, с хорошим макияжем, фотки можно положить в портфолио. В общем, рекомендую. А как вам вот эта идея работы и возможности съемки без фотошопа? Идея заманчива, не хочется тратить много времени после съемки на сидение перед компьютером. На самом деле очень здорово, очень позитивно, много интересных людей, много новых эмоций, много новых знаний. Я, например, очень много узнала о постановке света, какие источники, как их расположить, насколько сильно отличается работа с мужской моделью, с женской моделью. Для меня прошло очень интересно и познавательно, было здорово. Мне кажется, очень интересно было пообщаться с самим Олегом. Он профессионал высокого класса, и всегда интересно услышать мнение такого человека о фотографиях, его мысли по поводу фотографии в целом и каких-то техник, постановки света в частности. Вы знаете, я просто настолько переполнен всем, что мне сейчас прямо так вот сложно что-то выделить. И я просто сейчас здесь в каких-то вот мыслях, в идеях, вот, что я буду снимать, вот все это применять по практике. Вот сказать, что мне просто все очень понравилось, это мягко сказать. Я просто в восторге. Расскажите, а как вам сама мысль, идея, да, и возможность снимать без фотошопа? Вот это как раз и была идея Олега, именно как раз делать фотографии без потом какой-то постобработки. И мне кажется, что это даже очень хорошо, потому что, ну, во-первых, просто ты просто тратишь меньше времени на то, чтобы заниматься этой постобработкой. А во-вторых, это просто, если ты делаешь фотографии без фотошопа, ты, значит, уже мастер. Вы знаете, я просто в полном восторге, то есть
Я мечтала попасть на мастер-класс к Олегу Зотову, еще посмотрев несколько уроков его фотошколы онлайн. И я сразу поняла, что вот я хочу на такой вот практический мастер-класс. Я очень рада, что мне удалось попасть, потому что Олег, на мой взгляд, вот чем он отличается от других людей, у которых я была на мастер-классе, тем, что Олег умеет вдохновлять. Самое главное, после его мастер-класса хочется выйти, хочется творить, хочется делать, появляется такой какой-то заряд позитива, заряд бодрости, и сразу начинает казаться, что все у тебя получится. Вот чем вот я всем рекомендую посетить мастер-класс Олега, вот тем, кто зашел в какой-то тупик и не знает, куда двигаться дальше, вот здесь вот ему придадут такой стимул. В общем, я всем рекомендую.